Всем привет, ребята! С вами я, Кальян Яблочный. Сегодня мы продолжаем играть в Subnautica Below Zero. Сегодня в наших целях поставить на нашей базе изготовитель, сделать на ней маяк, потом снести эту базу, наверное, и построить уже базу там, где мы будем всегда развиваться, а эту мы или разобьем, или покинем. Скорее всего, разобьем. Вот такие у нас сегодня цели. Для начала давайте посмотрим, что нам нужно для изготовителя. Для изготовителя нам нужно 2 титана и медную руду. И 2 кварца. Мы насобирали за кадром много титана и стекла для базы. У нас есть 2 титана и 2 кварца. А медная руда есть? Одна только. К сожалению, только одна медная руда. Давайте попробуем найти что-нибудь. А что это валяется тут? О, боже мой, что же это такое? Это фрагмент морехода. Давайте отсканируем. Что же мы тут валяться? А еще нету случая? Ну, пожалуйста. Ну, фрагментик хотя бы еще один морехода. Еще какое-то вот тут дерево. Хотя фрагментик один морехода. Еще один. Хотя бы фрагментик один, еще один морехода. Но походу тут ну, нету его. Не наблюдается. Фрагментов морехода. Кварц как раз. Нету, кажется, фрагментов морехода. Только один, наверное, был. О, медная руда, то, что надо. Стой! Фух. Тут вот этот схрон. И где же может быть еще фрагмент морехода? Может, под этим схроном есть? Да, серьезно, есть. Это же фрагмент морехода. Да. Е-е-е. 2 из 3. Ну, а третий мы найдем? Найдем, конечно, вот он валяется. Мы открыли мореход. Е-бой. Но не открыли, к сожалению, сборщик транспорта. Энергоячейку открыли. Ой, он не всплыл. Модуль глубины там какой-то. Пластиковые. Что? Не успел прочитать. Что-то мы кучу всего нового пооткрывали. Давайте сейчас в базу зайдем и посмотрим, чего мы открывали. Сначала мы изготовитель сделаем и посмотрим. Так, изготовитель, изготовитель. Вот сюда его куда-нибудь воткнем. Стройся. И можно тебя использовать, изготовитель? Конечно, можно. Давайте сначала посмотрим, что нужно для... Ну, что мы нашли? 8 нового чего-то. Лавсталевый слиток, титановый слиток и 2 лития. А обычный слиток. 5 титана нужно. Это ариагель, рубин и гелеобразный мешочек. Пока не знаем, где достать рубин и гелеобразный мешочек. Зачем это светится, это убираем. Так, что еще нового? Или мы пролистали уже новое? Так, ладно, вниз. Мореход. Свинец 3, 1 энергоячейка. Титановый слиток, расширенный комплект проводов, стекло 2. Термоклинок, модуль глубины. Погружение морехода 2.
Модуль глубины погружения морехода 3. Хорошо. Модуль глубины погружения морехода 1. Пластолевый слиток 2 эмалевых стекла. И еще что-то одно есть. И осветительная мачта. Хорошо. Очень хорошо. Давайте выберем место для нашей базы следующей. А, нам еще нужно скрафтить маяк. Что для маяка нужен? Титан, может быть. Что там? Тут маяк. Нет. И нет, тут маяк. Вот тут маяк. Медная руда. А медную руду мы всю потратили, да? Всю потратили. Вот же ж невезуха напала. Медная руда, медная руда. Ребёшка какая-то. Вот тут камушки. Титаном, а нам нужна медная руда, а не титан. Вот тут еще один камушек. Опять с титаном. Но титан нам, в принципе, тоже с какой-то стороны нужен. Мы же будем базу строить. Фрагмент сборщика транспорта. Ух ты! Спасибо за сюрприз. Вот медная руда. Давайте еще, пожалуй, поплаваем. Может, еще найдем сборщик транспорта. Да, вот он валяется. Мы собрали мореход и сборщик транспорта. Ну, думаю, мореходы мы будем в следующей серии какой-нибудь делать. Переносной сборщик транспорта. Всплываем. Смазку научились делать. Мы же ее давно уже умели делать. Чего она сказала, что мы научились смазку делать? Где же база, база, база? База, база. Вот тут радиомаяк. А база где? Вот она. Заходим сюда. Музычка крутая. Спасибо. Так, и делаем радиомаяк. Как-то так. Сейчас выберем место, которое нам понравится больше всего. Ставим там радиомаяк. И будем там уже туда плавать, носить ресурсы. Ладно, на сегодня хватит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Адьос, ребята.